Ну а как предотвратить грипп? Медики в ответе едины. В этом году привить собираются более 40% населения. Это 3 миллиона 700 тысяч человек. Тем, кто в зоне риска, прививки сделают за счет бюджета. Детям, учителям, работникам общепита, медикам. Основная вакцина российская. Ранее она себя хорошо зарекомендовала. Результатом вакцинации, которая была проведена в предыдущий сезон, в 2017 году, нами были расчетным путем сделаны выводы, потому что это формула, которая считает количество предотвращенных случаев заболеваний гриппом. И у нас эта цифра составила 135 тысяч случаев гриппа предотвращенных, в том числе около 16 тысяч именно осложненных случаев. Подъем заболеваемости гриппом ожидают в конце января, начале февраля. По прогнозам, у вируса будет средний уровень активности. Минздраве подчеркивают, пройти вакцинацию стоит, чтобы не бояться осложнений, и привиться лучше как можно раньше. Официально массовую кампанию завершат 1 декабря.